Добро пожаловать на товарищеский футбольный матч, который вместе с вами будут смотреть комментаторы Юрий Розанов и Василий Соловьев. Принято считать, что успех Барселоны основан, во-первых, на их философии футбола, разумеется, и, во-вторых, на очень грамотной работе с молодежью. Юные игроки проходят через академию, где им эта самая философия прививается. Это правда. В Барселоне работа с молодежью на какой-то невероятный уровень выведена. Именно с точки зрения философии. Эта фабрика выпускает Хави, Иньест, Месси. Ну, по крайней мере, учит играть в футбол Барселоны того, кто воспитанник, и того, кто пришел младенческого возраста. Закладывает высочайший уровень технического мастерства, прежде всего. Серхио Бускетс. Что творит Лионель Месси? Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. Забивать. Как исполнил сейчас передачу? Нет, здесь по краю не пройдет. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Казалось, что защитник сыграл идеально, но сколько казалось. Таким передачей мы далеко не уедем, господа. Серхио Бускетс. Хави. Все, что остается партнером, это только открываться. Только искать свободное пространство. А уж он-то туда мяч отправит с любой дистанции. И вот такие минуты защитник как раз и кажется атлетом, который вот этим мощным ударом разряжает обстановку и спасает команду. Внешне спокойно и без вопросов голкипер забирает мяч. После этой борьбы мяч у Иньеста остался. Жесткая борьба за мяч продолжается. Ави. И по левому флангу партнер подключился. Думаю, надо бить и забивать. И рядом, не рядом, в ворота не попал. Вот они, 7:32, не хватило. По-моему, невнимательно просто действовал игрок, срезался мяч с ноги и ушел за боковую. Не удалось играть. Думаю, надо бить и забивать. Но и вот он удар по воротам. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Хороший момент. Как говорил один мудрый человек, в дальний от ворот угол. Мяч в центральной зоне, перехват. Ави.
вот потеря в центре поля. Что творит Лионель Месси? И, пожалуй, что можно бить, это органично будет смотреться. Перехвачен мяч, можно отдать. Серхио Бускетс. Педро. Вот момент. Офсайд. Как говорится, судья всегда прав. Хотя ситуация неоднозначная. Над ведущими новостей, скажем так, в первом тайме счет не изменился. Надеюсь, что после перерыва команды, вот те силы, которые они в первом тайме сэкономили, а это так, выплеснут на поле до конца. Какие у тебя, однако, радужные надежды, Юра. Возобновилась игра после перерыва. Потому что аут возможен, но в данном случае все получилось. Неймар. Педро. А до ворот-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Это еще хорошо, что не случился обрез. Какие, это, безусловно, тренер не только решается, это их огород, и их видение игры является обоснованием для изменения состава. Какой пас проходит? Лионель Месси, кто говорил, что он играет только на чистых мячах? Передача не прошла, есть время отдышаться. Дани Алвес. Серхио Бускетс. Что творит Лионель Месси? Думаю, надо бить и забивать. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Серхио Бускетс. Как тяжело его опекать, а очень высокий процент реализации. Думаю, надо бить и забивать. Бей! Гол! Прекрасный пас, отличный гол. Вратарь, сори. И обрати внимание, Вась, ведь побежал сразу, и это правильно, абсолютно, да, поздравляем, отдавшего этот великолепный пас игрока. Старались, старались команды в первой половине, бурили, бурили, вот сейчас пошло, вот он первый гол. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Этот перехват награда за его старания. Что творит Лионель Месси? Передачу с фланга в штрафную площадь. И вновь вместе с мячом. Не знаю, насколько лучший и не лучший игрок матча, но самый заметный абсолютно точно. Форвард все время в чужой штрафной, команда хорошо играет, он потому и заметен. Игрок-то зависимый, нападающий. Слышь, Юр, как скандируют трибуны его имя. Сейчас какие будут крики, когда его объявят лучшим игроком.
Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Педро. И вот в этой борьбе мяч кажется бесхозным. Команда владеет мячом. Ну что, и игра примерно равна. Про равную игру не знаю вот ни одной хорошей поговорки. Я, Вась, по-моему, тебя и не слышу толком. Болельщики перекликивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Просто болельщики понимают, что это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Их невозможно в этом винить. Думаю, надо бить и забивать. Но обыграть одного для Месси вообще не вопрос. Близок конец матча, и все еще возможно. Надо забивать. А как это сделать? Что творит Лионель Месси? Этот перехват ослабит давление соперника. Очень вовремя. Совершенно.